Для меня Корней Иванович Чуковский это не только мой любимый писатель, но и человек, который лично для меня сделал очень многое в жизни. Когда мне было 4-5 лет, я только что учился читать, писать, научился читать стихи, то первым автором моим был Корней Иванович. И я не знаю, что это замечательный детский писатель. Страшно радовался его стихам, страшно радовался тому, что ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике едут и смеются, и пряники жуют. И я хохотал до упаду, что комарики на воздушном шарике, что кот едет задом наперед. Это был какой-то такой сказочный оборотный мир детства, который очень соответствовал моему настроению и мироощущению 4, 5, 6, 7, 8 лет и до сих пор. У Корнея Ивановича есть такие стихи. Рады, 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 все березы, и на них от радости расцветают розы. Рады, 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 все осины, и на них от счастья цветут апельсины. Эти стихи Корней Иванович написал тогда, когда ему было 75 лет. Через всю жизнь пронес этот человек, этот писатель, этот поэт, вот эту радость жизни. Радость жизни, которая выражает основное отношение детства к миру, окружающему ребенка. И мне кажется, это весьма и весьма повлияло на меня и по отношению к жизни, и по ощущению формы в искусстве. Вот смотрите, такие стихи у него есть, которые я зачитывался ребенком и читаю по сей день. И иногда знакомым, и знакомые вдруг говорят, какие прекрасные стихи, современные. Написаны где-то в 30-х годах. У канавки две козявки продают ежам булавки. Но отец-то хохотать никак не могут перестать. Ах, вы глупые козявки, ну зачем же нам булавки? Мы булавками сами утыканы. И нерифмованная последняя строка, и буквальная рифма строк. Все это оказывается удивительная форма, совершенная форма современного стихосложения. Самым дорогим произведением для меня является, конечно, «Айболит». «Айболит», который вошел прочно в мою жизнь, стал фактом моей биографии, потому что здесь, на Мосфильме, я снимал картину «Айболит-66». И вы знаете, есть одна из величайших тем искусства для детей – это ребенок и животное, человек и животное, человек и окружающая его природа. И вот здесь мне кажется, что «Айболит-66» именно Корнея Ивановича Чуковского стал как бы глобальным завершением. Завершением всей этой замечательной темы искусства для детей, темы важнейшей. Почему? Потому что ребенок, относясь к животному, или воспитывая в себе отношение к животному, к живому существу, которое слабее его, учится быть человеком, учится быть гуманным. Здравствуй, прекрасная страна Лимпопо, воспетая лучшими поэтами нашего детства. Для меня Корней Иванович был, есть и остается лучшим поэтом моего детства, и думаю, детство моих детей, и если будут, думаю, детство моих внуков. Дорогой мой Корней Иванович Чуковский, а он для каждого мой, и мой тоже.